Привет, ребят, это Машулька Котик. Сегодня мы третий и четвертый этап. Играем в сказочный патруль. Вот. Я продолжаю этап, как сказать. Так, что у нас сегодня? Я как немного играла. Давайте Фугмород, у нас задание фугмонило. Вот. Я знаю, что у вас много вопросов. Старая уже стек заново рисовать, а я такие не могу вышло. Тут уже правила фотографии через животных лежу, куда должно поднравиться. Ну, читать чиндоку, у меня еще горжло будет. А вы очень мудрая. Слышно. Давайте посмотрим. Это не надо, по-моему. Давайте город там. Город у меня есть. Цена не могу быть. Вот так. Чего у нас не хватает? Вот. Нашла. Сразу же, ребят, ровно. Да, у нас еще 3 звезды. Получилось очень красиво, ребят, скажу вам. Если так, если то, опять. О, не получилось красиво. Сделать. Так, мне кажется, я получу задание. Ладно. Тренируем, разговор начал. Давайте в магазин зайдем. Сложим. Не, давайте просто вот так сделаем. Ну вот сколько. А у нас стоит монетки. Так, ну что нет. Давайте 6. Вот 6. Да, 6. Угу. Ну давайте где-то что-нибудь. Лес. У леса есть леша. Ну, угадала. Растения нам не надо, как нам нужно не тратить все сразу. Нам нужно все задания выполнить. А выполнить задание. Ну, задания есть много, ребят. Много задания. Я сразу ушла. Дед нам не надо. О, нашла. Угу. Еще двое остались тут. Нет. Мне кажется, там из-за этого задания было. Но я не уверена, ребята. Вот, нашла. Тоже то же самое, но хорошо, что у нас получается.
Пусть я выполнила задание. Тот мост скоро будет. Тунел в городе. Давайте в город сразу. У города есть выбор. Кто любит лес, ставьте лайк. А, да. Сразу утром стало идти. Сразу. Приятно. Тут, но... Давайте искать наша фея. Фея. Так, нам не надо. Парышка не надо. И опять парышка. Опять сезон, ребята, парышка. Пошло, пришло. Пишите комментарии, ребята, если как сказать, пишите комментарии, кто смотрел «Сказочный патруль» и какой финал будет, если вы смотрите его. Мне будет приятно читать комментарии. Нашла фею. А, задание у нас. Нет. Сразу обеды нашла. Так, давайте в лес. И очень много выходит. Давай сейчас поработаю еще. Давай. Ура, ребята. А все, же ожидал тебя, ожидал. Думал, уже не придешь. Смотрите, вот плакат с правильным. Фотография. Теперь вы пошли в безопасности. Ах, красота какая-то. Сама Петрова делала. Хорошо, что ж, значит, пришло время читать, чинить мост. Да уж, его какой-то хулиган сломал. Ну да уж, хулиган, да, это же я его сломал. Разозлился, вот и яйцом стыдно. Да, да, лесные гномы его тебя быстро починят, да и только им записку. Особно напишу. Ждать недолго, ребята. Так, задание у меня собрать его. Ну, он тут рядом стоит. Сразу, ребята. Уже сразу. Знаете, пока в курах, пока он думает. Mm-hmm.
молодец, и как быстро ты, как и быстро все сделала. Приходи попозже, забирай свою награду. Ну, забирайте. Тоже 20 минут. Ну что это, ребят? Не знаю. А что еще делать? Тут я без вас все сделала. Тоже тут. Вообще никогда не много. Не знаю, ребят, не знаю. Я просто так. Сейчас. Я вас вернусь, ребят, скоро. Все, ребят, я тут. Времени много прошло. Так, что-то у меня тут. Посмотрим, что тут. Тут пока ничего нету. Звук уберу. Не буду звук убирать. Мост какой-то надо делать. Давайте в лес, что ли? Тянем. Сразу дождь пошел. Где? У меня в игре. Сразу, когда я пришла в лес. Угу. Посмотрим, что тут у нас. Давайте на подберем. Сразу было аварушка. У нас сразу было. Да, нормально. Он так не доедает, мам. Ну вот, ну так, у нас осталось немножко места. Посмотрим. Вот так. Некрасиво дождем. Идти. Я надеюсь, что продолжение будет. Пока не знаю, ребят. Пятый этап. Это четвертый этап, как я в играх не играю. Все сложение. Я попробую снять и пятый этап. Ну, не обещаю. Не знаю, что это. Я хочу убрать
звук, но боюсь, что меня не будет слышно, ребят. Угу. Ну что, ребят? Ну, я пока так бегу, то что время было бы. Я хочу закончить эту задание. Вот и так я вернусь, когда закончится время, ну, все оба время, и тогда продолжим. Ребят, такое дело. У меня 33 подписчиков. Спасибо вам, что вы подпишитесь по моего канала. У меня новое видео тут. У меня вот тут видео. Вот. Приходите за мой канал. Все будет тут прикольно. Игры, смешные видео. Как знать? Я буду рада, что вы подпишетесь и лайк ставите. И комментарии тоже. Ну, как сказать, ребят, 39 минут осталось. Не знаю, что дальше. Пока ничего не интереса нету. Но я хочу предложить закончить это задание. Ну, слишком. И построить мост. Починить мост, да. И забрать награду. И с помощью. Тут я ничего не могу сделать, но тут задание какое-то требуется открыть мостик к остановке. И требуется какой-то уровень, не знаю какой. Тут вообще тут, не знаю. Ну давайте попробуем сфоткать эту. И сейчас. В ночи. Ну да, у нас сейчас ночь. Ну давайте в парк, что ли, ребят. Попробуем сфоткать, узнаем, что это, кто это такой. Вот. Он как живет рядом с водой. А вот она у нас так. А вот у нас как недалеко. Потому что сразу. Он где-то вот тут, да. Ник. Ну, я знаю. Значит, у нас Синник. Ну, тут у нас ничего не заменился. Маяк не открылся. Стоит зеленый ламберит. Ничего нету. Лесу. Мостик. Остановки. Тут болото, сердце леса, старая усудьба и обтона деревья. Ну, я думаю, что мы сможем все сделать. Городский парк, берс и избушка. Ну, я не знаю, ребят. Город, да, большой. Но я не знаю. Когда откроется это скейт-парк?
И я вообще помню, но я играла, ребят, уже играла, но не помню, какой если какое есть задание. Мне нужно какое-то задание выполнить. Общение ко мне, пожалуйста, по имени, отчеству. Я Ольга Петровна. И никаких сокращений. Ягода. Буду ее звать Ягода, ребят. У Ягоды есть выбор. Ну ничего, вот 2 звезды, как всегда. И 3. Значит, 5. И тут у нас 2. И тут 1 почему-то. Ой, не нравится, извиняюсь себя. Давайте ваш чер. Так, зайдем, пока. Мальчик. Мальчик, как ты, мальчик? Как ты живешь? Как настроение? Как здоровье? Как у тебя? Все хорошо? Только его глазом и смотришь. А правый что-то вообще не... Я тут отключилась, рекламу. Надо посмотреть. Ну, как сказать, я поставила цветок, картину туалетную. И я хочу поменять на снежинку. Да. Давайте снежинка. Угу. И давайте что ли? Ну ясно. Давайте в город что ли? Пока в город. Сейчас снежинка. То же самое, как и его, но мы как одинаковые сделали задание оба. Ну, ждем. Ждем, ребят. И вот того. Ну, я когда отключаюсь от этого, ребят, подсвечиваемся после, когда все сделали.
письмо в ТикТок. Что, ребята, у нас 20 минут осталось до конца. Я тут подумала, нужно вот это растение собирать. Ну, пока время идет. Засока. Ну, засока получилась. Опять сок. Давайте в кошку, что ли. Мам, будь здорова. Нужно, что ли, голубая роза. Или какой-то другой. Да, растение у меня заканчивается тоже. Последняя роза хочу собрать. Ну. Нет. Нашла розу. Ура. Ну что, ребят, пока ждем. Мне надо что-то одно лишь сделать. Ну тогда все будет наман. Пуки-туки, как говорят. Все, ребят, почти чуть-чуть осталось. 5 минут сейчас. Время. Мы сейчас, я как успела закопить пленку и растение. Вот так. Сейчас зайдем в магазин. Посмотрим, сколько лопата стоит. Лопата стоит 5000. Пленка не такая. Тоже. Фотоаппарат тоже 5000 стоит, ребят. Как так? Скажите мне, пожалуйста. Мне нравится Аленка, так стоит. Ой, как Аленка. Снежка стоит и смотрит, что купить. Ну, давайте еще зайдем сюда. Рамка. Не буду ничего покупать, ребят. Потому что задание надо. А задание очень дорого, как я поняла. Давайте зайдем в другой магазин. Там рамки. Рамки. Не, рамки немного дорого там стоит.
растения. Раздевайтесь. Рамки тоже стоят очень дорого. Мне кажется, мы не украсим наш чердак, ребят. Давайте в парк какой-то зайдем, там какие-то... Ну... три минуты, почти 2 минуты. Ну ничего, не буду тратить пока. Вообще не знаю, что там надо заговорить. Вот так. Я знаю, что починить мост — это очень дорого, ребят. Чинить мост. Это очень дорого, как я знаю. И нам нужно не тратить ничего. А вообще зарабатывать. Но не только мост зарабатывать, а вообще-то все зарабатывать. Если так подумать. Красивую ночью. Я хочу запомнить, где они стояли. Знаю, что это не поможет, но все равно пытаться надо. Попытка не пытка, ребят, как говорят. Это у нас что? Все, ребят. Идем. Я встаю. Пока стоим. А время идет, ребят. И как ей наш задание? Ну, задание еще немножко, но тоже. 28, 7, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Ну, вы поняли меня. Так, давай. Мне нужно это зашить. Закончить. Давай. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Есть, ребят. Держи помощница. И пускай лес снова наполнится голосом людей. Спасибо. Так, особенно с песок. Так, ребят, мы идем к мастеру. Можно так сказать. И будем чинить мост. От остановка. Вот так. Извиняюсь, ребят. Не очень дом надо держать. Как вы знаете, да. Блин, опять тупит уже. Сейчас, ребят, вернусь. Все, ребят, я дошла наконец-то до мастера. И привет, нужно починить мост, чтобы туристам было удобно до города добираться. Сможешь помочь?
Смешная девочка, если лейший мост сломал, значит, так и должно быть. Без его разрешения ничего чинить не буду. Без вот такое разрешение, дай-ка точно его знак и написано, как у курица лапой. Да-да, это точно он. Тогда, конечно, починю. Все, ребят, сейчас давайте посмотрим в лицо, мы запомним. Я вернусь немного позже. Ребят, не хочу, чтобы вы ждали такое. Ну что, ребят, это последнее. Забрала. Чтобы не ждали столько. И мы бежим в лес. Рядом маски. Вы со мной, ребят. Потому что... Тупит, знаю. Стрелка очень хорошо помогает узнать, почему, куда, зачем. Но я так и знаю, куда, зачем. Да, 12 часов, ребят, 12. У меня хватает все. 12 часов ждать. Мы забираем еще награду. Последнюю награду. И на этот раз, на это мы зависаем. Всю награду я собирала, 75 рублей монетки, если так можно сказать. Ну все, ребят, да, это была Маша, Машулька Котик. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Пока-пока.